Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня Китайка, и сегодня офигенная, я считаю, акция на Китайке. Как обычно, завезли, как и в прошлый раз, показывал нам хрустальный сундук. Удивил он очень. Сегодня вот такой вот рынок, где уже продают 5 новых талантов. Я их все забрал, буду тестировать. Также, как видите, продают руны. Ну, шестые скин на Рибета. Ну, в общем, по максимуму все. В дешевый некрос, скин на некроса можно сразу же собрать. Без проблем такие вот скины есть. Вольт. Правда, 125 осколков, но он вообще дешевый стал. Ну и скин на дерево. Также вот такой вот есть пак, но я жду смены уже. И у нас еще тут плюс 800 кристаллов, 10 топовых сумочек, где новые питомцы, и 100 новых питомцев. Вот так вот. Так, окей, поехали в акции, сыграем. По поводу новых талантов, честно говоря, даже не знаю. Так, у нас есть сегодня вот такой вот носорог. Подумаю, кому ставить. О, ничего себе, третьи сумки дают. Вот так вот, неожиданно. 35. Офигеть, прикольненько. Неплохо, посмотрите, какой кайфовый. Поновили, и в принципе очень круто, офигенно, я считаю, носорог. Поехали, поиграем. Еще сумки. Ого, ничего себе, удивили. Ну это китайка, как обычно. Офигеть, только третьи, смотрите, и падают в основном. Ну, два золотых яйца. А, у меня не хватает. Получить. Вот так вот. Ну, посмотрите, я считаю, это реально очень офигенно. 5 новых талантиков сразу. Огонь. Поехали дальше. Нового питомца дали. Не знаю, сколько штук. Сейчас посмотрим. Я что-то пропустил. Вот вторые сумочки. Но сумки дают очень-очень неплохо. Опять третьи. Да, на Китайке поменяли акции. Очень радует. Посмотрите, какой дроп. Махатму дали, офигеть. Круто. Ну, эти идут 2 дня, в принципе. Так, все, есть. Забираем плюшки. 20 штук дали. Ну, тоже неплохо. Такие вот плюшечки. Поехали дальше по акциям. Пробежимся, что у нас тут есть. Это что-то на смену. Угу, сейчас посмотрим. А, нет. Это затрату опять же. Бинку типа так. Смотрим дальше. Что тут у нас? Ну, тут, честно говоря, как и везде, акции эти не очень. Рынок неинтересный иногда бывает. Так, это что-то на смену. А тут? Напишите в комментах, на ком вы думаете эти талантики новые зайдут. Я потестил Огника, вам показал. Думаю, Фрейку сделаю. Ради теста интересно очень. На максималке. Посмотреть, что же будет все-таки. Вот тут Рудольфа штампует полным ходом. Жесть просто. Так, потом заберем. Поехали дальше. Что тут у нас? Так. Так. Скины. Вот это интересно. Сейчас я посмотрю. Вот можно некроса даже забрать дополнительно. Так, сумочка вторая. Какая? Шестая. Эмблемка и ремка. Так, ну я буду забирать скины. Сейчас посмотрю, что у меня по скинам не хватает. С такого. Так, Рибета давайте используем сразу. Улучшим.
Ну, практически до максималки. Так. 45. Хорошо, надо одного забирать. Так, некрос нужен. Там я не знаю, поскольку дают. Сейчас посмотрим. Некрос, Ронин, Душек. Медуза. В общем, надо все. Так, открыли у нас вот такую вот эту локацию. Я не стал вам заснимать. Потом уже засниму, сколько надо все-таки плюшек на прохождение. Но тут, как видите, нужно менять. То есть конфеты эти нужно менять на этот, знаете, дофига надо будет, честно говоря. Так, ладно. Чем мы хотели? Ну тут, конечно, со скинов ворожая однозначно первым надо собирать. Харгула, черепа, ворожая, черепа. Варлок, кто такой себе? Ну, ворожей однозначно надо собирать. Такс. Поехали, посмотрим еще раз на кузницу. Что здесь есть интересного? Так. Некрос. Ну, думаю, тут 10 осколков дадут. Некроса забрали одного. Скорее всего, 10. Вольт тыква. Вольт. Так, вольт тыква. Арктика. С такого, что именно более всего надо. Так, смотрим. Так, а сколько их дали? А, 50, фига себе. Ну, 50 это круто. Значит, сейчас соберем практически все. Так, некроса улучшаем. Есть на максималке. Так, душика нам надо взять. Деда Мороза. Арктика у меня максимальная, по-моему. Да. Такс, поехали. Ну, в общем, вот так вот на Китае, как видите, неплохо дают плюшки. Можно наменять то, что надо. Так, с этим мы разобрались. Душика одного надо взять. Видите, тут я не знаю, ограничено, не ограничено, непонятно, в общем. Так, деда. Возьмем два деда. Так, Арктика есть. И вольт, по-моему, я вольта дособрал сегодня. И тыква осталась. Ну, тыква тоже у меня собрана уже. Так, Ронина там нет. Душика. Ну, все по 50 дают, это радует. Так, душика мы улучшили. Улучшаем деда. Раз. Два. Еще два раза деда нам придется, наверное, взять. И на этом все, да. И пойдем открывать плюшки, какие у нас есть. Так, раз. До вас. Yeah.
Дед Мороз. Так, отлично. Ну, вроде со скинами мы разобрались. Все остальные у меня уже докачаны. Так, поехали смотреть плюшки. Что у нас интересного есть? Коробочки. Давайте попробуем выловить. Может, новый талантик придет еще. Пару коробок пооткрываем. В принципе, у меня все таланты как бы есть, но шансы посмотреть. На английском сервере я 2 таланта уже вытащил. Так, ожог я пока оставлю. Окей, поехали дальше. Ожог мы оставим. Что у нас еще интересного есть? Вот новые талантики. Такс. Рекс, фэкс, пэкс. Карточки типа открывать, они только место занимают. Единственное плохо то, что оно перескакивает вверх все время. Так, ну поехали. Ну, Фрейка есть. Неплохо. Это было неплохо. Так, а ну-ка, вторая стрела будет? Нет, стрелка, к сожалению, нет. Две коробочки. Ну, такое себе исцеление, замедление, каменка. Так, карты пока не буду трогать. Так, ну вот топовая сумочка, я их открывал. 5 осколков нового героя, офигеть. Так, ну тут видите, не пустила. Так, давайте теперь дальше. Вот такие у нас есть. Отлично. Эмблемки. Топовые сундучки открываем. 150. Ну, ложно, это такое себе. Так, шестые эмблемы. Тоже я их открою. 7 богов войны. Офигеть. Вот это да. Вот это пусть скажет мне, что рандом. Так, открываем сумочки. Сравним. Ну, падает неплохо новый герой, я вам скажу. С каждых 10 падает 1-2 стабильно. И это радует. А то и 4, он и 5 было. В общем, дроп на него есть. Ну, в принципе, там 4 питомца всего лишь. Поэтому там получше бы падает, чем вот с этих. Так, отлично. Ой, сколько у меня тут еще всего есть. Эмблема нормально занимает место. Так, третье не будем открывать. Третье, пятое только пооткрываем. Третье, пятое. Я себе... А, оно их дает как руны. Блин, я говорю, нам надо их объединить. Вот так вот. Ну, как видите, по чуть-чуть уже новые есть, собираются. Будем тестить их в древнем. Очень интересно посмотреть. Так, хорошо, место освободили. Смотрим дальше, что у нас тут еще есть такое. Вот пятерки еще. Вот радует то, что они сделали. Возможность быстрого открытия. Отлично. Так, тройка, двойка. Единичку так открыла. Так, еще две. Так, четверка. Ну, как видите, рун уже на китайке тоже хватает. В принципе, мешков полно. Так, четверка, пятерка. Открываем. Ну, тут кристаллы есть. В принципе, это не проблема будет прокачать. Так, это третья.
Это просто психощиты. Опять места не хватает. Вот хорошо, что они это сделали, потому что у нас бы места просто не хватало. А так эмблема себе отдельно. Так, есть. С этим мы разобрались. Практически. Напишите в комментах, на ком вы видите новые таланты. Ну, Ронина я не знаю. Я в сомнении, что на Ронина есть смысл даже его делать. Я об этом говорил уже. Этот, как его, ожог плюс раскол рунами. Ой, не раскол, а но этот талантик, возможно, будет лучше. Но явно рунами я вам показал на примере Огника, что это немножко не то. Так, четверки, четверки. Эта аренка завалялась. Пятый бог войны. В общем, китайка по чуть-чуть растет. У нас уже есть интересные. Так, это тройка, 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 тройка. Это пятые сеты еще у нас остались. Это крылья. Так, смотрим. Ну, ожило неплохо, в принципе. Так, это троечка. Еще одна пятерочка. Это, наверное, простые сеты. Бастион дала. Так. Ну, вроде как бы все. Так, поехали. Еще докуем эти. И, в принципе, на этом закончим. Интересно уже, когда будет обнова на русском сервере. Все уже в ожидании. В прошлый раз не поленились, в этот раз поленились. На английском сделали, а у нас на выходных не захотели делать. Так, ну вроде все. Все, пишите комменты, как обычно, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах с US-кой еженедельных. Также основной в описании есть. Ждите новых тестов. Всем удачи, всем пока.